На самом деле я горжусь, что есть такие люди, есть такие артисты. Мне хочется пожелать вам дальнейших успехов. Я знаю, что у вас есть планы, и вы, может быть, если захотите, расскажете о том номере, который вы репетируете, с полетом и невероятными кувырками. Мне хотелось бы вручить от своего имени дипломы каждому из вас. Спасибо большое. По оценке специалистов, этот фестиваль являлся за последние 6-7 лет по участникам, по сложностям и вообще по составу участников самым серьезным, самым таким сложным. То есть оценка жюри. А жюри в этом году единственный год, когда не было членов жюри из России. Да. Единственный год, когда за нас некому было там, как бы, когда шло обсуждение. Единственный год, когда не было человека, который мог сказать: вот я голосую за вот этих ребят. Да. Как бы было Китай, Корея, там, Украина были, члены жюри, как бы. А за нас единственный год, когда попали. Некому было... Тем объективнее и престижнее оценка. Большая пресс-конференция была, где собирались все корреспонденты, которые существуют в эти моменты, которые приехали на фестиваль. Вот, как бы я представлял наш, как говорится, номер. Я сказал, что мы и Череповца сразу. И там сразу цирка всех череповецкие артисты сюда-сюда. А цирки Никулина маленькие.